213 выздоровели, 203 госпитализированы, а общее число новых случаев заболевания коронавирусом опять рекордное – 2288 человек. С ростом нагрузки на поликлинике не всем заболевшим удается быстро дозвониться до регистратуры. В таких случаях помогает колл-центр 122, где сейчас одномоментно работает 45 операторов. Только сегодня, начиная с полуночи, принято 1345 звонков, а в среднем за сутки их поступает около 3000. Для увеличения числа операторов колл-центра 122 обеспечено дополнительно 15 рабочих мест на базе МФЦ в Архангельске, Северодвинске и Холмогорах. До конца недели планируется оборудовать такие места в отделениях в Пинниге, Мизени и Березнике. Большая часть заболевших по-прежнему в областном центре. Если говорить о вакцинации, то больше полумиллиона северян прошли первый этап, в том числе 42 подростка.